В наших широтах зимуют очень много птиц. Чтобы в самые лютые морозы пернатые не погибли, Фрязинский центр культуры и досуга «Факел» организовал детский конкурс кормушек для птиц «Зимние птицы в парке». Конкурс помог обратить внимание юных жителей округа на проблемы зимующих птиц, помочь сохранить их численность и поддержать видовое разнообразие. На конкурс было представлено более 200 работ от ребят разного возраста. Выбрать победителей было крайне сложно. Награждение проводил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев. Кормушка – это средство для того, чтобы птичка могла найти себе приют и найти себе пищу для пропитания и перенести это тяжелое зимнее время. В общем-то, как и все люди, да, мы стремимся к теплу, к солнцу. И замечательно, что дети у нас принимают участие в таких замечательных мероприятиях и вкладывают свою душу в те поделки, которые производят. 35 победителям были вручены подарки за их креативные, собственноручно сделанные домики для птиц. Воспитание ответственного отношения детей к окружающей среде и вовлечение их в активную творческую деятельность всегда актуальны и необходимы. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.